села, и я записываю. Стоп, даже чат теперь не черный как. Стоп. Что за... Его восстановили, каким он был? Вентильган? Воу! Что с качком? Он восстановился, что ли, полностью? Это что такое? Вау! Я не заметил, кстати, что снег больше теперь не падает. Это просто какая-то баба-фантастика просто. Реально. Это... Похоже, разработчика разбанили? Стоп, что? Его разбанили? Так. Стоп! Другой разработчик теперь? Что? Так, напишу в чат. У игры теперь... Теперь другой разработчик. Ой, как теперь другой разработчик? Я не шучу. Я не шучу. Сила слетела. Симулятор качка теперь, который был, таким уже теперь есть. И почему слетела у меня моя сила? Стоп, может это какой-то другой качок? Стоять! Сейчас я проверю на сайте. Может, это другой разработчик просто. Может, это Fatal Unpunter. Так, давай-ка скопируем. Ставить. Так. Два симулятора качка, три! Да вы издеваетесь! Какой же не фейк? Flaming Studios. Это совсем другой качок. Я не понимаю. Lacon Studios. Это же настоящий качок. Все, кто думали, что это настоящий качок, это же настоящий качок. Я дам ссылку на настоящего качка. Ну, на этого качка. Обязательно. Сейчас я вернусь. Что за банда качков? Уф. И вообще, где пэты? Сапа, где пэты? А где... Алло, я вам дам ссылку на настоящего качка и на этого качка. Кто хочет тот поиграть. Что-то тут не так. Что-то тут не так на самом деле. Реально вам говорю, что тут что-то не так. Надо потом выяснить, что это такое. Это... Фейк. Это фейк. Стоп. Куда он? Так. Не понял.
Хотя бы он вернулся. Ну, хотя бы он тоже хорошо выглядит довольно. Так, я не понимаю ничего. Я хочу все об этом выяснить. Что не так с этим симулятором качкать? Ну, реберты работают вроде. Все работает. И этот, возможно, больше популярности соберет. Реально, стор. Сейчас что у нас в магазине? Опять за робуксы. Да. Так, я не понял. Ты а, получи. Ах, да, мне сжимал силу. Получи. Либо это не фейк качкает, либо это настоящий качок, только от... Может, он создал разработчик новый аккаунт и решил перезапустить этот симулятор. 100% это возможно. Возможно. Но я не думаю, что это настоящий качок. И что там вообще? Вентерган? 25 ребертов. Ну. Лучше себе накачать 2000 в этом симуляторе. И не буду лучше переходить на тот, потому что новогоднее все. Все новогоднее. Так, сейчас проверю, когда обновили качок этот. Так, был создан 3 числа. 3 сентября был создан. Да, конечно. Вот все очень даже плохо. Вот это симулятор качка. Да. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока.